Путевка в жизнь. Способные и талантливые ребята из отдаленных сел республики получили возможность обучаться у лучших педагогов страны. Проект «Бергеоку» стал мостиком между детьми из глубинки, передовыми международными методиками, инновационными технологиями и казахстанскими учителями. Теперь их место встречи – всемирная паутина. С начала года в республике заработала онлайн-школа Академии Елбасы. Все дети, по словам организаторов проекта, жадны до знаний и очень целеустремленны. Их отбирали по результатам республиканской олимпиады Мынбала. Все они получают возможность учиться бесплатно. Такой шанс уже получили более 1500 учеников 5-6 классов со всех уголков страны. Таким образом, в нашем проекте, в нашей школе, удалось возгладить это неравенство в доступе к хорошим, качественному образованию. То есть независимо от того, где сейчас находится ученик, может быть, он находится в Казардинской области, в Аральском районе, в очень отдаленном селе, где даже не работает WhatsApp. Вот у нас есть такие ученики почти в каждом классе, где они проживают в очень отдаленных регионах, но дети способны, дети очень мотивированы. За процессом обучения следят координаторы и модераторы академии. Чтобы уроки проходили беспрерывно, они оказывают техническую поддержку. Впрочем, для тех, кто не смог вовремя подключиться к уроку, есть занятия в записи. Подтягивают детей, кстати, пока только по базовым предметам. Это математика, английский, русский и казахский языки. Учителя там все четко объясняют, все темы, все очень понятно. Обучение в школе Бергеоку, оно занимает где-то примерно в день. Час, то есть, к примеру, там с 11:15 до 12:15 мне нравится решать всякие задачи, формулы всякие разные. В перспективе организаторы проекта намерены не только расширить образовательный контент, но и привлечь больше школьников. В планах уже со следующего года охватить свыше 10 000 талантливых казахстанцев.